Хочу сказать, что мы очень хотели выиграть сегодня игру, закончить чемпионство победу. Хорошо, что ты успел. Игра так неплохая была, мяч быстрый шел. Что плохо? Плохо, что много моментов создаем, не забиваем. Думаем, на следующий год это сегмент игры, который мы должны исправлять и на два раза больше забивать. Что касается игры, у нас сегодня был, можно так сказать, одна из самых важных игр с «Динамо». Вот, поэтому я считаю, что ребятам, они на самом деле, поверьте, они старались, бились, но, к сожалению, Минская «Динамо» все-таки классом выше, плюс уже имеет неоценимый опыт даже выступления в Лиге Европы. То есть нам сегодня на самом деле было тяжеловато. Хотя упрекнуть команду и ребят в самоотдаче у меня даже не поворачивается язык. Надежды рассчитывали на быстрые контратаки, рассчитывали на стартное положение. Забили быстрый мяч, но, к сожалению, сразу быстро пропустили. Хочу поблагодарить от всего сердца себя и от ребят от команды, именно гомельских болельщиков, которые в трудную минуту, в очень трудную минуту, всегда приходили и нас поддерживали. Несмотря на то, что мы вылетели выше лиги, поэтому я, еще раз говорю, очень благодарен болельщикам, которые в Гомеле, это есть и традиции, это футбольный клуб с большими традициями, и надеюсь, что и в следующем сезоне они будут так же яростно нас поддерживать, как и вот.